Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы с вами сделаем повторный тест на моей силе уже. Только мы не будем добавлять кучу гарнизонных героев, мы просто возьмем несколько героев. Если я не ошибаюсь, оно дает возможность не набирать всех 10 героев. Немножко я туда забежал. Начал качать, кстати, кабашку. Берем с собой. Ворожая Зефира. Два героя. Пойдем чисто в два героя посмотреть, какие же шансы у нас есть в этой локации. И посмотреть, действительно ли это работает. Нифига себе, махатмушка зарядила. Там надо сейчас моих собрать. Красавчиков. Тот так как надо не собрано еще. Вообще не критуем. Если вы не заметили, криты вообще у меня не проходят. Хотя у меня крита хватает на героях. Ну вдвоем вот первая пачка пока, честно говоря, я удивился. Такс, есть. Первая пачка пройдена. Для тестика вам. Ну, в принципе, можно и оставить его таким. Его, думаю, сливать не должны. Еще соберем сейчас просто ворожея. Так, чтобы он жил хоть как-то. Не с водушкой. Чтобы его не сливали, поставим вот такой вот вариант. И по питомцам. Так, поехали, посмотрим. В принципе, первая пачка удачна. Прея Огник. Я не знаю, конечно, как я буду сейчас с Фрейми воевать. Посмотрим. Но дальше все посерьезнее, походу. На моей силе это не так уж и просто. Видите, у меня герои усиленные идут, и я ничего поменять у себя не могу. Да, сложновато. С моей силой такой вариант, скорее всего, он, наверное, не прокатит. У меня два героя топовых прокачек. Мы взяли, остальных не взяли все равно. Не могут они вдвоем слить. Сейчас попробуем этот же вариант. Забежим на русский сервер. Попробуем на русском сервере это сделать. Только мы даже ворожея брать не будем. Как вариант. Да, я тут нифига не могу сделать просто. Их не убиваю. И по сути я поменять тоже уже ничего не смогу. Поехали на русский сервер. Попробуем еще один вариант. Так, это сарделька, которая сегодня просто успешно зафармила, а мы пойдем на мой аккаунт с силой. Сделаем тестик на нем. Посмотрим, как здесь будет. Так, ну-ка, интересно, забежим, значит, у меня... Я так и не прошел. Насколько я забил на русском сервере, я даже не прошел. Побежали на аккаунт Абрикоса. Не понял. Подождите сначала события. Он что ли прошел, что ли? Вот абрикосище. Читер. Читер одним словом. В общем, называется вот так вот мы потестили. Просто
Мега удачный получился у нас тест. Идем обратно на английский сервер. Посмотрим, что там у нас. Ну, я уже ничего не смогу сделать. Это реально минус. Но, как видите, на мои силы у меня все равно попадаются очень жесткие пачки. Даже если я беру 1-2 героя, не беру остальных, сложновато. То есть тут по-любому идет еще какая-то привязка, не только к силе пачки. Пожалуйста, вроде казалось бы фигня героя, но они уже супер питомцами. И, блин, я нифига сделать не могу. Очень странно, что у нас нету... А, ну, в принципе, что странно. Правильно, у нас нету смотра. Давайте попробуем поставить одного зефира. Может, он смотром сможет хоть что-то сделать. Я там ворожей, я сомневаюсь. Он что-то сможет сделать, мало ли. Вряд ли. Тут без вариантов просто. Нас, наверное, еще сейчас ушатают. Добавить, опять же, тоже я уже никого не могу. Так вот. То есть такой вариант тоже не особо канает. Блин, я на этом... Как это я не прошел так до сих пор? Даже не знаю. Где там у нас еще аккаунты есть? В принципе, все с таких все. А, в принципе, есть аккаунт же на Тайване, побежали. И все так просто. И не все так легко. Так, поехали. Поехали на Тайвань. Попробуем здесь. И тот же самый вариант, как и на этом. Как и на... Блять, как и на остальных. Ну, это говорит о том, что просто тупо забил день на эту. Забил, ну вы поняли, что я забил на эту локацию, потому что, ну, это бред. Реально. Понимаю, что вот это вот фармить, задротничать. Так, отлично. У меня там еще недобрано было. Надо однозначно забирать эти сумки, потому что надо камешки и була кристалла. Такс, поехали посмотрим. Интересного не хватает. Сегодня нету аккумулейшена такого, как хотелось бы. Это мы уже забрали. И паки веселые есть. За пятюню. Заберем. А кстати, у меня Мишаня прокачана или нет? Сейчас мы с вами глянем заодно. Скины. О, товарищи. Это оно. Я думаю, какого мне скина не хватает. Это Мишаня оказался. В общем, блин, ну не знаю, что я могу вам сказать. Реально печально. Потому что все-таки привязка к силе, как крути, не крути, есть. Я поставил два героя, и у меня сразу же полетели огники. Ну, блин, как-то жестковато, считаю. Так, заберем сейчас, прокачаемся немножко. Берем плюхи, неплохо. Так. Нейшн пак. Дополнительно плюс. Отлично. Отличненько. Шопинспри. У меня там хоть что-то появилось. Вау, одна попытка на шопинспри. Вот тут с такого. Видите, тут уже даже не разбирают вот эти итемы. Они уже никому не интересны. Время идет, все уже позатарились, либо забили хрен, либо затарились, ну, вообще все не актуально. Эти камешки забирать по чуть-чуть, потому что, скорее всего, если ведут прокачку на 15-й скилл, то там будут именно эти камни. Такс, хорошо, с этим разобрались. Так, это девятки, десятки можно пооткрывать. О, нифига себе.
Вот эти можно пооткрывать. Лично карточек, кстати, падает. Можно хоть перероливать героя, где тестировать что-то. Так, отлично, идем нашего Мишаню. Ну, вряд ли нам хватит на максималку его прокачать. 55, 85, 90, 95. Короче, надо 400 как минимум. 320 нам, наверное. Нет, 320 нам как раз хватит, чтобы докачать до максималки. В общем, ребятушки, такие вот дела. Как видите, тест работает. Ну, я еще попробую в следующий раз. Я сейчас попробую на тех аккаунтах подоходить до конца. Но у меня на моем основном аккаунте, к сожалению, этот вариант не работает. Просто тупо не пашет, так как мне хотелось бы. Так, отлично. Скачиваем. Естественно, хватит. По идее, должно хватить. Да, как раз докачали до максималки. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых тестов. Всем удачи, всем пока.